Друзья, всем привет! Рад всех приветствовать. 25 числа, 25 января, был снят ролик, где я у Сергея Астафьева в теплице срезаю банчу банана. Ну, вы все видели, кто постоянно зритель моего канала, подписчики. И вы помните, когда я банчу эту положил в темные кульки, эти черные. Вот, сегодня я вам хочу показать, что из этого всего вышло. Давайте посмотрим. Но вы помните, что банчу мы срезали немножко раньше, чем это, в принципе, надо было сделать. Я, честно говоря, боялся, что ничего с этого эксперимента не получится, но кое-что получилось. Вот здесь вот. Это пролежало чуть больше 2 недель, да? Это банча там. Вот это. А, наоборот. Вот бананы созрели. Вот, посмотрите. Они такие небольшие получились, вот, видите, сегодня поеду угощать друзей. Видите, они вызрели сразу полностью. Когда они висят на самом банане, то они начинают по чуть-чуть созревать, как бы поэтапно. Но если вот так срезать банчу и замотать ее, что-то в темное положить где-то в комнате, то буквально вот они через какое-то время созревают полностью все. Вот, так что можете спокойно, смело себе выращивать бананы дома. А, кроме сортов киевского суперкарлика, карлика, сейчас есть еще бананы тропикана. Они вырастают немножко больше, до 2,5 метров. Они, конечно же, шикарно выглядят. Вам надо понимать, что вы можете их у себя высаживать либо в частном доме, или в квартире с высокими потолками, с большими окнами, чтобы растению было куда вырасти. Вот. Если же у вас квартира небольшая, вы можете там или карлик, или суперкарлик. А чуть позже, где-то уже в середине весны, мы будем их отсаживать, эти отростки, и уже будем иметь возможность вам их продавать. А я думаю, что скоро, буквально вот через неделю, я сделаю еще один ролик и анонсирую возможности отправки растений в другие страны, куда я это смогу отправлять, каким образом, я вам все об этом расскажу. Если вы интересуетесь, то под видео есть телефоны мои. На одном из телефонов есть Viber, WhatsApp, Telegram. У меня есть Skype, если нужно. То вы можете со мной созвониться и договориться по поводу отправки вам растений по Украине или даже вот в другие страны. Но об этом я расскажу в следующем ролике. Вот. А сегодня мы будем пробовать бананы. Хотел вас просто вдохновить, поддержать, что все возможно. Пожалуйста, выращивайте, наслаждайтесь и получайте от этого кучу удовольствий. Пока!